Сам, не, потом возьму лезу. Оставь, оставь. Самая популярная заявка оказалась вот такая. И сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, слезам Москва не верила, доверила любви. Снегами заморожена, весною заморожена, найдете кто прохожему, надеется земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты влюбись в его лицо, чтобы ни было вначале. Рябиной красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся Христу оденется. Москва найдет, не оденется, быть краше земли. Александра, Александра, что там бьет? Yeah.
просили аж несколько раз. Сегодня 14 лет как вместе, и любимая песня мужа «Клен шумит над речной волной». У нас есть солист. Мы должны исполнить это произведение, но даже вы не представляете, какое счастье ждет эту прекрасную супружескую пару. Игорь Луньков исполнит песню «Там, где клен шумит над речной волной». Ходить ни к чему теперь.
могла сберечь. Поросло травой место наших встреч. Поросло травой, поросло травой, поросло травой место наших встреч. Странная пара. Игорь Иванков. Ну, конечно, самое большое количество просьб и записок было, чтобы Лидия сегодня, в день своего рождения и в день запрета работать по ночам, пела соло. Спела, наконец, Щербакова что-нибудь. Это... Да. Ну, мне не все время нужна. И начнем мы, знаете, с просьбы, исполним просьбу зрителя, который не просто так вот пришел, а пришел с текстом. На всякий случай. И с аккордами. То есть он понимал, что мы могли не помнить это произведение, но когда-то пели его. Сейчас мы попробуем это исполнить. Михаил Щербаков. Ты в какой-нибудь играй тональности уже? До си, ну... Когда надежды поют, как трубы, их зов дурманит, как сладкий дым. Они предельны, они сугубы, и так несложно поверить им. И вот дорога, и вот стоянка, вокзал и площадь, в цветах, в цветах. Восток дымится, прощай, славянка, трубач смеется, шинель в крестах. Воспитан славой, к смертям причастен, попробуй вспомни, ловя цветы, какому зову ты был подвластен, какому слову поверил ты. Броня надежна, тверда осанка, припев беспечен, все ай да эй. А трубы просят, не плачь, славянка, ну как скажить, не плакать ей. Пройдет полвека, другие губы обнимут страстно мундштук другой. И вновь надежды поют, как трубы, поди попробуй, поспорь с трубой. А век не кончен, поход не начал, вокзал и площадь в цветах, в цветах. Трубач смеется, славянка плачет, восток дымится, земля в крестах. Трубач смеется, славянка плачет, восток дымится, земля в крестах. Мира нам всем. Пусть не летит, вернется вновь ко мне.
чего, да клянусь, я все бы отдала, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то, клянусь, я все бы отдала. И черта неплохая.
земля и котей у него найдете воплощенные предков мечта. Причем бесконечно ждать, потому и на миг до будки, как бревно, лежа в вылистом дне, натощак даже с камнем в желудке, я, дружище, летаю. Во сне проснусь и ползу по старинке. Я такой же, как ты, крокодил. Но порою так чешется спинка. Может, это чувствия крылья. Ну, выходите вы уже. Сейчас будем исполнять другие просьбы. На сцене Дмитрий Богданов и Константин Тарасов! А Константин пришел не просто так, а с музыкальным поздравлением. Да, и это неожиданно очень. Такая, поскольку я занимаюсь клоунадой... А еще с цветами. Ты не убегай далеко, потому что это одна песня. А когда-то в студенчестве я написал песню на стихи Давида Самойлова. Нам было по 20 с небольшим лет. Это был текст был абсолютно нам непонятен. Я вот написал. А сейчас, конечно, с каждым годом он становится все понятней. Мы практически все время эту песню исполняем в нашей компании. Давид Самойлов. Обратно крути киноленту, механик, сошедший с ума, к тому небывалому лету, за коим весна и зима. Крути от июня до мая, обратно во времени ход, что стало моим, отнимая приход, превращая в уход. Пускай разомкнутся объятия, окажется шляпа в руке, и слезы в минуту отъятия покатятся вверх по щеке. Спиной упадемся к перрону, прощанию бессмысленно рад. Из вагона и поезд потянет назад. Уйдут станционные здания, просторный откроется вид, и смутное счастье незнание тревожно черты озарит. Крути мою ленту обратно, злорадствуй, механик шальной. Зато я увижу двукратно все то, что случилось со мной. Пускай разомкнутся объятия, окажется шляпа в руке, и слезы в минуту отъятия покатятся вверх по щеке. Спиной упадемся к перрону, прощанию бессмысленно рад. Рукой махну из вагона, и поезд потянет назад.
сердце объятия, окажется шляпа в руке, и слезы в минуту отъятия покатятся вверх по щеке. Крути мою ленту обратно, злорадствуй, механик шальной, зато я увижу двукратно все то, что случилось со мной. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собой мне не справиться никак. Люди со своими делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом дальни. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом дальни. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. И представь, что это остро, очень остро, горы, солнце, мирты, песни и дожди. Пусть полын полно набиты мне в дорогу чемодан, память, грусть, невозвращенные раны. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Пусть полын полно набиты мне в дорогу чемодан, память, грусть, невозвращенные раны. Вот, друзья, сейчас настает как раз тот самый момент, когда начинается самое главное соревнование. Тот стол, который будет громче всех все-таки и радостнее петь, тот и получит призы и подарки. Так что, товарищи... Все перекаты, да перекаты, послабые по адресу. На это место уж нету карты, плывем вперед по адресу. На это место уж нету карты, плывем вперед по адресу. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою. Из Ивасей. Поем?
На кочку цветочки за кущами лес, на дальний густой полус палочек, на лады в пилу до рубаночек. С утра мы приехали строить на лес, на дачу Евгения Ивановича. А дачи до дачи нет у него, купил он участок заброшенный, топлёсы с посильной ношей. И вот посреди барахла своего стоит он тельняшечкой ноженькой. Ах, Евгений Иванович, полосочку, он на шкиперская борода. Держит в левой он детскую сосочку, держит в правой орудие труда. Евгений Иванович, морская душа, и дочка его Маришанечка, душою морскою папанечку. Без привычки залезает он в спальничек спальный, каждый вечер себе говоря: ничего перетерпим, не дай бог, будем греться пока изнутря. Корёжит и пьёт его ради пули прохладною майскою ноченькой, но строит и строит он прочненько, а дальше всё нет, а мотор барахлит, тревать не себе же. А доченька, я знаю, дача будет, я знаю, садут средств, способны наши люди не спать, не пить, не есть. Каскать кирпич под мышкой, век будут сам в долгах, чтоб светь гнездо детишкам у черта на рогах. Чтоб больше Евгению Ивановичу не оборачивать пёнкою на ничего. Браво тем, кто подпевал, но, по-моему, не все дотянули до конца. Ну вот, для детей просили спеть, мы споём. Да. Это дважды встретилось просто. Морозовским деткам тоже. Спите,
эти медвежата. Тихий ранний час, звон окон разбудит вас, только глянешь из окна, на дворе стоит весна. Как ежата, и ежата, и ребята. Все уснули до рассвета. Это уже спать надо. Но не все не так-то было. Моей арбою на Камчатке и шаг угодил полынью. Мои дети
начала. Причмула, причмули, причмуля, причмуло, причмуло мою. Заберите у всех пиво. Хватит уже. Развелись здесь. Ну, эту песню тебе просили посвятить. Ну тогда, конечно, можно на расстроенный. Ну так уже расстроенный. А может, не работает? Знаете, как Алексей Горчевач говорит в таких случаях? Не только слух, но и зрение упало. Чтобы нас не забыть, вот так вам, брагуть.
дорогие мои, воскресе. Синебелые путаны, стройные здания, ярче блещут кремлевских рубинов лучи. Слышат вас завтра дела, скоро ночь, до свидания, дорогие мои. Чем наградить мне ваше внимание, до свидания, дорогие москвичи. Доброй ночи, доброй полночи, вспоминайте нас. Кстати, те столики, которые лучше всех танцуют, тоже призы получают.
Дорогие друзья, а теперь те, кто получил призы от нас и подарки, вы только не пугайтесь, выходите на эту сцену. Вот прямо всем столиком. Мы ждем вас здесь. Выходите, потому что у нас есть традиции. Вы попали на заседание клуба «Споемте, друзья». Понимаете, тут есть всякие правила, которые нужно соблюдать. Заходите на сцену. Вас увидит весь мир. Потому что идет интернет-трансляция. Молодежный столик, который лучше всех танцевал. Друзья мои, вам, значит, достается право спеть перед всем миром песню «Милая моя» в сопровождении Дмитрия Богданова и Константина Тарасова.
закроем заседание нашего клуба, споемте, друзья! А еще хотим пригласить, ровно через месяц, 16 июля, мы здесь будем отмечать день рождения Виктора Берковского. 10 лет, как его уже нет с нами, но каждый раз мы его день рождения здесь отмечаем. 16 июля следующая встреча, ровно через месяц. Пока-пока!